Праздник возвращения к истокам «Путь к возрождению» прошел в Акушинском районе. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Миннаца. Как живешь, сосед?» В целях укрепления дружественных связей между жителями сел Мигеп, Муги, Харбук и Первомайское. Образованный в 1396 году аул Муги является исторической родиной харбукцев, мигепцев и первомайцев, переселившихся в Дахадаевский, Гунибский и Каикенский районы. Сегодня здесь, на этом празднике, мы собрались для того, чтобы оглянуться назад, вспомнить свою историю. И то, что мы сегодня увидели у Муги, расширило наши знания о нашей истории. Мы по-новому смотрим на некоторые вещи. Мы сегодня здесь для того, чтобы внести свой вклад в укрепление дружбы между людьми, какой бы национальности ни были, где бы они ни проживали. Для гостей на Мугинском подворье были организованы традиционные танцы, национальные песни, а также показан обряд укладывания ребенка в люльку. Прошли также спортивные соревнования. Юниоры из четырех районов состязались в поднятии гири, подтягивании на перекладине, метании камней и прыжках в длину. Герб у нас есть, и флаг у нас есть, и гимн у нас есть. И у нас столько гостей и друзей сегодня приехали, тоже есть. Сколько сел, сколько делегаций здесь были. Мы были в Первомайске, мы были в Мегебе, мы были в Харбуке. И это просто надо было со стороны, кто не видел, видит, какую радость, какой дух. В этот же день у мемориального комплекса села прошел торжественный митинг, посвященный памяти воинов Великой Отечественной. Важным событием стала и церемония закладки камня в основании памятника жертвам нашествия Тамерлана.